Сердечный приступ на беговой дорожке. В четверг в Ярославле скончался Павел Губриенко. Завсегдатаем ночных тусовок и дискотек он знаком как диджей-губернатор. Выяснилось, что молодой человек занимался в фитнес-клубе. По словам очевидцев, на беговой дорожке он внезапно почувствовал себя плохо и упал. Врачи скоро не смогли спасти Павла. По факту гибели ярославца проводится проверка. Однако следователи полагают, что, скорее всего, причиной смерти стал сердечный приступ.